Дамы и господа, экстра попытка. Талисмана хоккейного клуба Сочи. Дети, что с них возьмешь? Смешались в кучу йети, кони. Давайте все сюда, зайчики и белочки. Дамы и господа, ремейк эпической битвы. Авангард против Витязя. Светогор. А, нет, это Челябинский белый мишка, извините. Ха, погорячился. Так, Лео, третий в драке. Выбываешь. Так, ребята, время, все. До кучи достается и лайтсменам. Эту стихию не остановить. Так, маскоты, все ко мне. Давайте сюда, в центральный круг. Все. Заобнимал медведь Сергея Карабанова. Итак, по итогам нашего конкурса маскотов на самый эффектный буллит победителем становится представитель Востока Барси! Неотъемлемая атрибут каждого матча звезд — драка талисманов. Барсик не победил в драке, он победил в конкурсе на буллит. Да, тут, а много чего придумано.